Християнською жизнью я жив, всі дні свої для Христа посвятив, і пред людьми был я праведен чист, ведь в посланні вся моя жизнь, но настоящей победы я не имел, внутри боролся и сердцем я скорбел. Я жаждал проявлять жизнь Христа и выражать победу Господа. Вот прозвучал юбилейный рог. О, Иоанн, больше не скорби, тебе откроюсь, ты выше взойди. Скачет всадник на бледном коне, искажая слово Божие, засеет скрещенные семена, хочет враг и человеческие понимания. Да, сказал я, горе мне, ведь я нечистый, я живу среди нечистых. Коснулся уст моих серафим, Бог от неверия освободил, я духом Божьего проявил. Совершил переход, к обетованию часа ведет. Он нас прославил и прославит еще. Он не является ли это знаменьем конца служения на исходе Сына Человеческого, свидетель истины и верны со слова полнотой. Царство Антония, мы с истинным царем отождествляемся. О, с восклицанием и ликованием мы пред лицом его поем новую песнь. Вот на трон Господень распознали, кто мы есть, мы распознали царя царей. Давайте еще раз споем. Теперь не страшен ни зверь обман. Теперь не страшен ни зверь обман. О, нет, я вижу истину.
день за днем обновляюсь, и сон светлый облекаюсь. Пока провозглашает царство Адония, мы с истинным царем отождествляемся. О, с восклицанием и ликованием мы пред лицом Его поем новую песнь. О, народ Господень восстает, мы распознали, кто мы есть, мы распознали царя. Мы распознали.